капли последней драгоценной. Да. Для чего людям за столом нужны свободные руки? Ну, во-первых, рюмку держать, да? Во-вторых, что еще держать можно? Вилку, но обратите внимание, я вас немножко запутал, да? Свободными руками действительно можно что-то делать. Вот именно, да. Но самое-то главное, это нужно их размять вот в начале нашего праздника. Как будем разминать? Нужно их соединить, левую ладошку с правой. И делать это много раз и очень энергично. Давайте мы сейчас с вами будем разминать наши ручки. А Винник услышит, что это ему аплодисменты! Ему, дорогому! Да. Так, есть у нас настоящие мужчины, которые... Ух, какие! Прекрасный, красавчик вообще. Молодец, молодчина. Пока не выпили, давайте я... Попрошу вас вот это вот озвучить. Сумеете в микрофон? Я в свой день рождения даю распоряжение. До утра не засыпать, алкоголь употреблять, песни петь, стихи читать, танцевать и не скучать. Всем на полную катушку. Именины отмечать! Теперь очень бурно аплодисменты! Такому золотому, такому замечательному, вашему родному. И уже теперь в руки ваши можно взять бокалы для того, чтобы их поднять с юбиляра очень высоко. Вот кто выше поднимет бокал, тот больше здоровья, счастья и успеха пожелает имениннику. Давайте мы сейчас посмотрим, кто пожелает больше, много успеха, крепкого. Отличного, что самочувствие, крепкого иммунитета, чтобы у нашего юбиляра, и у вас тоже. Вот так люди стараются, молодцы, вот это родня. Развижу, Даша выше всех, понимаешь? Даша молодец, да, Даша. Даша? Даша. День я, молодец, Даша. Молодец, вот это вот с днем рождения прямо тоже красава, вовремя, главное. Вот приятно, когда гости они включаются, когда они когда среди них много, почти все, когда они свадебные генералы, это супер. А когда и среди всех свадебных генералов есть самый свадебный генерал, это просто прекрасно. Я даже знаю, как его зовут. Он помашет нам рукой? Где у нас рука свадебного генерала сейчас появится? А, вот она. Татьяна Николаевна, дорогая. Мне легко запоминать, как ее еще так зовут. Ну, все-таки. Пока мы с вами сейчас, друзья, вкушаем это все. Все это закусываем, записываем. Для чего собираются гости на праздник? Скажите мне в нескольких словах. Вот. Еще раз. Пообщаться. А пообщаться? Самое главное пообщаться, да? Повеселиться, особенно поесть. Есть такая, да? Вот. Мудрость народная. За чашкой, так сказать, крепкого ароматного коньячка, за рюмочкой чая. Пообщаться. Вот, друзья, действительно, не всегда мы собираемся с вами пообщаться. И такие нечастые поводы, я вам скажу, вообще раз в жизни такое бывает, когда наступает человеку, ой, говорит, так много лет мне еще никогда не было, я так волнуюсь, так переживаю. Вот люди действительно переживают, потому что когда так много лет еще никогда не было. И не каждому. Давайте мы с вами сделаем приятно нашему юбиляру. Знаете как? Вот как сделать приятным юбиляру? Есть у человека такое слово, услышав которое, ему становится очень-очень хорошо. Прям приятно и великолепно.
Кто из вас отгадает, что это за слово, получит приз из призового фонда имени Никак? Давайте попробуем угадать, что за слово такое? Любимый! Семья, хорошее слово, еще? Любимый. Любимый, хорошее слово. Ну вот есть такое слово, которое каждый человек услышит, и прям приятно ему ставит. Папа! Деньги! Папа, дети! Деньги! Деньги! Дедушка! Деньги — это зло! Не хватает зла всегда, вечно, да. Немножко вы заблудились. Насчет денег это немножечко вы преувеличиваете, да? Малыш. Итак, друзья, есть у каждого человека слово, которому в метрике заносится с момента рождения практически. Ну и там. Да, конечно же, имя. Так вот, когда человек слышит свое имя, да еще добрым, ласковым голосом, да нежным, да любимым, ему всегда приятно, правда? Вот, по имени. Давайте мы сейчас назовем наши именинника по имени. Разными способами, какие вы только знаете, какие только придумаете. Итак, Николаша, раз, мы считаем. Колясик, два. Калюня, три. Калямба, четыре. Колька, Николай, пять. Коленька, семь. Колян, Колянец. Восемь, Николай Сергеевич, девять. Никола, десять. Никос, одиннадцать, да? Был Никос от вас? Николас был, Николас. Хорошо, одиннадцать. Итак. Ну, а теперь, кто последний назовет, получит приз. Калюня. Не было, да? Николя. Николя. О. Уи, Николя. Так, Николя, раз. Кольчик. Прекрасное слово. Соседу приятно, да? Ну, в смысле, другу, брату. Это папа, отец. Отец, да, это Максим Николаевич и Артем Николаевич. Правильно? Правильно. Итак, ну кто получит у нас приз? Калян. Калян. Калюша. Вот, такого не было, точно. Калямба уже было. Колясик, мне кажется, уже... Колюсика только не было. Колясик. Кальмар даже так. Ну да, что, Вальдемар, Кальмар. Николас, ну, был. Николя, Уи, Николас был уже. Так. И Николауса не было. О, вот это да. Санта Николаус. Он же добрый волшебник. И мы сейчас это докажем. Я думаю, за Николауса мы объявляем благодарность, да, и в качестве приза бокал шампанского с хозяйского стола, пока вот так, да, со льдом. Друзья, у нас с вами Николаус. Он же Николай, он же... Очень много сейчас вариантов прозвучало, это здорово, ему было приятно. Нашего золотого юбиляра! Очень бурные аплодисменты, можете приподняться. Вот такая коронища! Вот такой царь нас сегодня! Прям крутой! Волшебник наш, дорогой Николай. Можно Сергеевич, можно просто царь, да? Очень приятно, царь. Ну, вам еще нужно будет сейчас в этой короне небольшой выход сделать. Возможно. Итак, для того, чтобы доказать вам всем, что перед вами настоящий волшебник, а не просто царь. Да. Мы попросим сейчас Николаю наполнить бокал. Вот рюмочка тоже можно, да. Рюмочка. Итак, друзья, волшебный коктейль на наших с вами глазах сейчас приготовит самый настоящий волшебник. Николай, наш дорогой. Итак, чтобы приготовить волшебный напиток бурными аплодисментами, это микшер хорошего настроения тоже вместе с вашими аплодисментами попадает в этот волшебный юбилейный коктейль. И вот сейчас самое важное. Звон бокалов. Звон бокалов может раздаваться прямо вот за вашим столом. Давайте. Да, бокалы, звенят за юбиляра.
Вот теперь этот волшебный заряженный напиток можете пить все за именинника. Можно до дна, кому-то нужно до дна, а кому-то возможно до дна. Прекрасно, замечательно. Ну вот теперь, однажды мы с Николаем Сергеевичем, ну, с папой, с дядей Колей, там, с кем, с братом, да. Итак, Владимир будет Николаевич первым, изъявляем волю Владимиру Николаевичу поздравить юбиляра, да. Владимир Николаевич. Спасибо за честь. Я так понимаю, по кругу пойду, да? Да, конечно. Тамада, он с титулом немножко погорячился, он всего лишь граф Матюхинский. Да, у меня и в телефоне так записано. Я уже, теперь уже новоиспеченного царя, так давно знаю, что, ну, кажется, вечно его знаю. Всегда у нас с ним замечательные отношения были. Ну как, с братом, у меня нет родного брата, я его, собственно говоря, считаю за брата. Я вот, ну, конечно, сказать, что не постарел, не изменился. Изменился, конечно. Нет той безудержной вот молодецкой удали, которая у него была лет 20 назад, допустим. Но зато он стал как-то мудрее, да, сдержанней, солидней. 60 лет, конечно, цифра красивая, вот она висит здесь. Но мне хотелось бы пожелать, чтобы... Ну, мне поприсутствовать, когда здесь была бы трехзначная цифра. Представляете, давайте помечтаем. Вот Мариан уже под полтинник будет. Вик вообще к пенсии готовится, хоть на пенсии. Тамада, наверное, в доме инвалидов. На такой работе долго. Ну да. Поэтому, Коля, я хочу пожелать тебе... Здоровья, счастья, удачи до столетнего юбилея. Ты уж никуда не попадай больше, чтобы все у тебя было ровно, красиво. Береги жену, люби внучку или внучек, что там как получится. И тем бы коллективом нам встретиться действительно на столетнем юбилее. Всем вам здоровья и удачи. Спасибо. Он создал еще когда свою семью, и какая семья-то получилась, а какая супруга, какая прекрасная женщина. Вот что мужчина должен делать, чтобы женщине было хорошо, да? Ой, ох, много ему предстоит делать. А вообще он должен раскрашивать свою судьбу и судьбу своей любимой яркими красками. Вот как в песне «Карандаши» группы «Рождество». Она сейчас и прозвучит. С вашего позволения мы ее исполним. Что же делать, как жить? Не достать, не курить небо с облаками. Что мне делать, где добыть? Что любимой подарить мир? Где нет печали, где не надо провожать, чтобы любовь доказывать, где не надо обещать, что потом отказывать. А я возьму карандаши, интеллиги точеные, нарисую на дверь, а утром влюбленные. И не купить море без желаний. Что мне делать, где добыть, чтоб любимой подарить мир и еще мечтаний. Где не надо забывать, что не заведется, где не надо прятаться, что не расставаться. А я
чтоб все красиво, чтоб все лучше всех, чтобы... А главное, чтоб было на душе спокойно и комфортно. Вот это самая лучшая красота, когда гармония в семье. А я возьму карандаши и какие-то черные, возьму тот, где мы на утро влюбленные. Я маленько драмы по разу делаю, нарисую звездопад и полоску белую. Ну что ж, такой художник так раскрасил, так разрисовал, что, наверное, Валентин Николаев прямо сейчас, наверное, поздравит, а? Ох, мы посмотрим. От всей души поздравить с днем рождения. Пожелать ему то, что жизнь, она такая задача, которую никто не решил без ошибок. И мы прожили немало, целых 37 лет. И жизнь у нас была не сахар, не мед. Будь, дорогой мой, счастлив. Будь настоящим мужчиной. Жизнь ведь она дается однажды и второй раз. Второй раз ее не будет. Поэтому ценить надо каждый день, как бы он ни начался, с дождя или с солнца. У нас замечательные дети. У нас внучка замечательная. У нас столько родственников. Поэтому всем большое спасибо, всем. А теперь долгие-долгие годы пожить в добром здравии. Ну не надо нам Владимира Николаевича достали. Ну хотя бы 20 лет. Я хочу еще со своим мужем пожить в добром здравии. Только в добром здравии. Коля, струю бобра пей теперь уже. 20 лет пей струю. Спасибо вам большое, гости дорогие. Спасибо, что вы не оставили нас в одиночестве. Будь счастлив, мой дорогой. Горько! Горько! Рассчитывать, распределять, потому что кто-то между тостами нормально выпить еще может, а кто-то может и задержать, так скажем. Вот, но обновить и прикупить нужно всегда. Каждый тостик обновить бокальчик, а рюмочку и прикупить эту рюмочку. Давайте мы сейчас с вами, все-таки вот, кто-то хочет поздравить, кто-то хочет покормить именинника. Ну, сейчас уже все немножечко поели, да? До зрелищ еще, наверное, пока рановато, да? До зрелищ рановато, но... Зрелищ. А, тоненький стол. Тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря.
тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Самое главное, что ты любил свою любимую.
я ничего не подготовил. Не забывай, будет здоровье. Не читать, не читать. Да, да, да. Графа поздравляет президент сегодня вечером. Вот как вас с молодняком выбухать, да? Я ничего вам тут не испортил. Для маленьких и больших. Ну давайте. Конфликт поколений на уровне курятника. Вот кто разгадает эту пословицу? Какая умница, а? Какая умница! Низкий поклон педагогу, да? Высокое звание педагога, да, мы с вами. Я тоже когда-то, да. Итак, а вот теперь, друзья, вернемся к нашим традициям. Русская национальная кухня. Нужно вспомнить пословицу об этом. На эту тему. Кашу маслом, это хорошо, но щи да каша, это та самая пословица, которая была наоборот. Ну, маслом это там не кухня, там только одно блюдо. Ну, хотя два, да, каша и масло, но это все в одном. А то щи да каша. Итак, Николай Сергеевич молодец, но он же не будет свои призы себе забирать, да? Не будет. Поэтому все для вас, гости дорогие, все для вас. Итак, мысли вслух в экстремальном состоянии. Что у Бреза на уме, то у пьяного на языке, но первой была девушка по имени Елена. Елена зарабатывает второй бонус. Что характерно, неважно, какого цвета ваш бонус и что на нем написано. Главное, что у вас уже бонус. Вот одна купюра, один бонус. Биткоины. Да. Может, перебьем. Они бонус не собирают, у них биткоины. И в теплице. Биткоины. Один биткоин сколько? 40 тысяч? Простите, сколько он стоит? Евро, да? Или долларов? 52 уже. Ну вот, это да. Это круто. У кого есть один биткоин? Больше у кого нет. Это главное вовремя вложиться. Да. Итак, друзья. Я сейчас заключительную поговорку, она очень сложная. Очень сложная, я ее на финал обычно, но раз вы так быстро отгадываете. Итак, материя первична, сознание вторично. Какая пословица на эту тему? Семь раз отмерь, один раз так, отмерь. Материя первична, сознание вторично. То есть сначала материя, а только потом сознание. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Сознание имеется в виду мозги, ум. Да. Где вы видели женщин? Ну нет, они разгадывают. Надо пословицу наоборот, да. То есть, вот она, выше вы говорите. Я говорю, все разгадаю, все узнаю. Встречают по одежке, конечно же, материя первична. Провожают полное сознание вторично, но первично у нас все-таки поздравлять и чествовать юбиляра. Поэтому давайте мы сейчас этим делом непосредственно и займемся. У меня тут список всех практически есть. Но, может быть, кто-то изъявит, да? Может, у нас сейчас микрофон. Итак, учительница. Учительница первая сегодня у нас, наша, да? Всем приятного дня, вечера. Очень рада вас всех видеть, и у нас было условие, насколько я помню, начинается со слов «Однажды мы». Вот, продолжая тему, раз уж все теперь знают. Да, «Однажды мы». «Однажды мы» с Николаем Сергеевичем поступили в высшее учебное заведение. Немногие там были в нашей семье, мы были первооткрывателями. И раз уж все знают, что я училка, то тогда в эту сторону буду говорить. Год начинается для всех по-разному. У кого-то начинается 1 января, у большинства людей. У педагогов начинается он 1 сентября. Николай Сергеевич начинается теперь уже когда?
24 марта, да? Ну, и... ну хорошо, как скажешь. Так вот, на правах учителя мы принесли от своей семьи диплом, хотим тебе вручить. Сначала я поздравление скажу, а потом Даша зачтет результаты твоего обучения. Все-таки он кончил, да? Да, закончил определенный этап жизни. Большого счастья и во всем удачи. От всей души прекрасный день рождения. Пусть станет жизнь насыщеннее и краше. Подарит много новых впечатлений. Пусть смелый ум, упорство, вдохновение успеху помогают добиваться. Всегда отлично будет настроение. Все планы и мечты осуществятся. А вот сейчас диплом с отличием, кстати, чтобы все знали, вручается Николаю Тихинскому в честь важной и знаковой даты. Данный документ подтверждает, что его владелец отличился высокими знаниями по ниже следующим дисциплинам. Смекалка и пытливый ум. Отлично. Креативное чувство юмора. Отлично. Мудрость и проницательность. Отлично. Чуткость и умение поддержать беседу. Отлично. Талант и стремление действовать согласно стратегии. Отлично. Смелость и уважение к окружающим. Конечно же, отлично. Документ дает право называться выдающимся и незаурядным, а также удостоверяет, что все прожитые годы были невероятны. Хотела добавить насчет невероятности. Я очень люблю Валентину Николаевну, просто вот обожаю. И вот эта капелька такая, самая сладкая, я думаю, в твоей жизни, да, невероятности. Поздравляем тебя. Так, все взяли бокал, давайте выпьем и поздравим Николая Сергеевича. Диджей включает отрывочек песенки. Кому нравится, ставите лайк или класс, или палец большой вверх, да? Кому не нравится, наоборот. Мне просто что-то понять. Итак, первый чист уже... Можно начать вот с того столика? Можно, со всех столиков можно. Я смотрю, нет, мы пока с вами обозначаем, нравится, не нравится, хорошо? Итак, первый трек звучит, вы показываете, нравится, не нравится. Давайте, Николай, ну можно с того столика? Конечно, можно. Нравится, не нравится. И, кстати, вы тоже можете поучаствовать. Вы тоже не отвлекаете. Итак, как нравится, как показываем? Вот так, да, палец вверху. А не нравится? Вот туда. Отлично. Хорошо, вот это очень круто. Итак, зацепила меня, нравится. Но, друзья, ну кого это волнует,
что вам нравится, да? Это никого не интересует, ну хотя на самом деле интересует. Я просто вижу, как вы зажигаете, как вы, знаете, это драйвово делаете. Мы сейчас вам любую песню включим, у вас вы под любую сможете станцевать. Я чувствую вот это, вот именно такие люди мне нужны. Итак, первая песня будет у нас, знаете, такая есть рок-н-ролл, он же казачок. Помните такую мелодию, песенку? Ну, такая, она, а-ля такая, не немецкая такая, да. Чингисхан, именно Чингисхан. Вот давайте мы сейчас будем смотреть, любоваться, можно аплодировать. А вы танцуйте, посмотрим, как вы сделаете. Какой крутой стиль у Владимировича, но и Николаевич прекрасно себя чувствует в этом ритме, да? Ну здорово. Тут уже можно, конечно, вручить приз и отпустить, но мы этого не сделаем, да? Мы... Вот оно. Но самый крутой титулик только здесь и сейчас. Все нормально, да? Вот это тектоники, а вот Николай, что-то у нас с тектоником сегодня. Колян танцует лучше всех, Коляна ждет большой успех. Вот она, Даша, что на парень подошла. Дашенька подошла, она потом самых... Молодец, учи. Вот что значит, точка учительница, да? Я правильно говорю? Правильно, правильно. Молодец, Дашенька, мы вас сейчас прям позовем через буквально через одну мелодию. Через одну Билли Дэнс. Билли Дэнс. Вот Билли Дэнс — это очень сложный танцевальный стиль. И мы все-таки давайте аплодировать нашим танцорам. И смотреть, любоваться, как они танцуют Билли Дэнс. Вот как он. Николаевич прям-таки вошел в этот кураж. Владимирович, вот опыт, да, опыт, что значит опыт? Но молодость, она еще пока... Николай, молодец, Николай, ты... Самое главное, что ты не ушел, ты не сбежал, ты продержался до конца. Поэтому тебе сейчас будет приз за третье место в этом конкурсе. Приз за третье место в этом конкурсе. И все то же самое, молодцы! Да, друзья, да. Ну, а нашим мужчинам, давайте мы вручим вот это мягкое, да? И вот это... И вот это, я не знаю, что это... Пакеты для шин настоящему автолюбителю, очень полезный. Сейчас как раз переобуваться. Пакетик, все, да. Спасибо, мужчины, вы крутые. Про любовь, про тебя, про какие глаза? Знакомые, да, знакомые. Да. Слова, вот, слова. До боли, все, что ты мне, я тебе. Ночью, ой, девочки. В общем, эту песню нужно петь. Нет, ее нужно танцевать, но танцевать без вокала, да, это не бывает. Поэтому танцуем, подпеваем, и самое главное, когда там вот это вот движение, помните, у Павлики, правой рукой с приседанием, да, и слева направо. Вот это надо показать всем. Поэтому так мы и сделаем. Ну, песня для вас, группа Павлика, все аплодируем, девочки танцуют. Еще раз! Ой, ай, ай, ай.
кричать. Я хочу, чтобы вы танцевать продолжали. А у нас ребята сейчас придут. Но все-таки я вам вручу, я обязан сделать. Девочки, у кого машина есть? Держите. А у кого есть на что посмотреть? А вот это что за штучка? Разгадайте сами, пожалуйста. Фонарик! Это не фонарик, это микрофон, да, друзья. Отлично. Ну, пока подойдут к нам наши замечательные вокальные... Домой, зачем сказали, что сегодня холостой? Я танцевала, приснилась к нему. Я пойму, но почему? Зацепила меня, зацепила меня. На дороге даю, даю деньги дала. Зацепила меня, соблазнила меня. На дороге даю, даю деньги дала. Зацепила меня. Громче звуки, поднимите ваши руки. Это личный, но просто класс. Я не знаю, как мне говорить, как мне сказать, говорить. Может, лучше что-то подарить. Но почему я просто не пошел домой? Зачем сказала, что сегодня холостой? Я не целовал, не снилась никому. Я не пойму, почему. Зацепила меня, зацепила меня. На дороге дарила, на любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. На дороге дарила, на любви не дала. Зацепила меня. Есть такая. А, кстати, как... На столе чистый лист, не из писем.
чего звал, чтобы я рисовал, что не пусть, но что мне понятно. Карандаш я беру, по бумаге веду, вот портрет получается странный. Мы сказали, куда глаза смотрят не на меня, свет прекрасен, но очень печальный. Ты вместе, ай-яй-яй-яй, девушка, лишь ты в этот вечер не со мной, осталась ты. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Я надеюсь, что пройдет моя любовь, и тебя я не увижу больше вновь. Без тебя я жить устал, я тебя нарисовал, я тебя нарисовал. Хочет целоваться, на корыть приплывет. Ох, хорош.
лучшие частушки. Ой, прекрасные частушки. Не умеешь ведь целоваться, приходи, я научу. Или губы толстоваты, затащи и обтащи. Ой, Наташка, подмахни! Трусы слетели! На курорте я была, на песочке грелась, никому их не дала, а вообще хотелось. Шел я улицей Ямской, саданули мне доской, я прошел так метров пять, саданули мне опять. Я лежу и охую. Ой, попали! Не попали. Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно приходит в дом. Я желаю
вам здоровья, счастья, успехов, чтобы дети радовались, внучка тебя любила, чтобы вы с Валюшей еще жили долго-долго и счастливо. Ура! 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 День рождения твой, мы собрались сегодня на банкете. Отметьте день рождения твой. Не будем, мы звать тебя по отчеству. Не будем, мы долго говорить. Нам просто именинников поздравить очень хочется. И рюмочку хрустальную на краешку налить. Нам просто именинников поздравить очень хочется. И рюмочку хрустальную на краешку налить. Опа! Вот сейчас аплодируй, самое время. Дорогому юбиляру! Молодцы! Столы богаты, кругом салаты, а мы желаем всей душой, чтоб жизнь твоя счастливою была бы, и чтоб жил ты хорошо. Очень хорошо. Чтоб жизнь твоя счастливою была бы, и чтоб жил ты хорошо. Не будем, мы звать тебя по отчеству. Не будем, мы долго говорить. Нам просто именинников поздравить очень хочется. И рюмочку хрустальную на краешко налить. Нам просто именинников поздравить очень хочется. И рюмочку хрустальную на краешко налить. Ну что ж, бокалы стоят пустые, мы их шампанского нальем. Сегодня все девчат холостые, все поцелуи для него. Красавцы Николая! Сегодня все девчат холостые, все поцелуи для него. Не будем мы звать тебя по отчеству, не будем мы долго говорить. Нам просто именинников поздравить очень хочется. И рюмочку хрустальную да краешка налить. Нам просто именинников поздравить очень хочется. И рюмочку хрустальную да краешка налить. Поздравляем тебя, поздравляем тебя. Рождения, Сергеич! С днем рождения тебя! Алиночка, молодец, именинник супер! За именинника три грамма, два коротких, третий раскатится гип-гип! Ура! 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 Все пьем до дна за именинника и танцуют все! Друзья! А мне же сверху не бьюся! Большего. Это свою семью прекрасную. У тебя люди.
Конечно, у тебя красивые, очаровательные, умные дети. У тебя уже есть внучка. Да, мудак, это играет с сафонями. Помогите, пожалуйста, это сафонами. Потому что по времени идет. Я хочу пожелать, чтобы ты... Не смей думать, что ты достиг окончательно. Нет, впереди у тебя еще столько всего интересного. Я хочу пожелать, чтобы ты никогда не сдавался. Так, что не поддавался. Это я тихонько скажу. Всегда смело, азартно смотрел вперед. Здоровья тебе, сил. И чтобы цели были поставлены и достигнуты. Они еще не все достигнуты. Их надо еще достигать и достигать. Поэтому иди к ним, не оглядывайся назад, вперед и только вперед. С днем рождения! 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 Спасибо! Это от моей, как говорится, сейчас еще. Дополнительно. Мы присоединяемся к нашей маме. Мы все являемся своими племянниками. Родными, не родными, это не важно уже. Да, мы присоединяемся к поздравлению. Говорить мы много не умеем. Главное, чтобы для тебя это здоровье. И чтобы ты почаще нас всех собирал. И к нам приезжал. Да, и к нам почаще. Семью, да, почаще. Вот. Да, поэтому с днем рождения тебя искренне. Желаем тебе главное здоровья. Еще раз здоровья. Еще раз здоровья, любви и счастья. С днем рождения тебя. Да, да, Коля, да. Еще не все сказали. Еще сейчас третья семья. Да, Сергеевич, а мы хотим за благосостояние за твое выпить. За благосостояние и за здоровье. Это тебе благосостояние. Благосостояние. А это тебе на здоровье. Вот, попрыгай, струя. Да, струя бобра, что ли? Самое лучшее. Самое лучшее, чистое, свое домашнее. Мира в доме, в семье. Павел Владимирович там сделал наложено. Спасибо, спасибо. С днем рождения, дядя. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Ура!
Thank you.
Вот.
жизнь молодых детям. Деда Коли. Примером и октябрятам, и пионерам будем и дальше пример всех брать. Мы Деду Колю пришли поздравлять! Мы к вам пришли в этот день снова дать комсомолу и партии слово, что мы будем его мы всегда уважать. Мы Деду Колю пришли поздравлять! Мы к вам пришли, чтобы у старших учиться, как надо пить, чтоб совсем не упиться, как нужно есть, чтоб фигуру держать. Мы Деду Колю пришли поздравлять! Мы пионеры советской страны, вас, Деда Коля, давно влюблены. Лучше друзей нам нигде не сыскать. Мы сегодня пришли поздравлять! Мы говорим без уныния и лени, нам неизвестен конфликт поколений. Вы, Деда Коля, круче, чем мы! Брать вас пример всем мы в этом должны! Конечно, старший, потом младший.
вставайте, сестра, я старшая. Да. Значит, здесь много. Чего тебя учительница одергивает? Слушай ее, учительница. Я этим делом как подумал, смотрю мешок, думаю, касаторский мешок. Вот, чтобы ты, царь, король, и вот тебе свиту прислали, твоих подчиненных. С юбилеем. Алло, а там концерт, Валя. Ну что это за загадка? Разве это много? Пустяки, еще жизнь активна и богата, еще манят горизонтов маяки. Ты еще так многое успеешь, ты еще так многое начнешь, ты еще так многое посеешь, ты еще так многое пожнешь. Так что все слова, здоровья, здоровья тебе, еще раз здоровья. Как Валя сказала, до 80, можно еще десяточек прибавить. 90 – это самый раз. Ну, а там как боженька даст. Надо ему уши вставить это. Спасибо! Благородство, есть мужество, есть
совесть, здоровье и сила, чтобы поднимать второго. Любовь. Марина, Марина, ты молодец! Мы тебя! Сина, Сина! Рано. Коля, ты скажи, как целоваться. Дорогой дядя, крестный, ты мой крестный. Я тебя люблю, ну, как отца. И желаю тебе, чтобы я хотела пожелать, да, своему папе, желаю тебе здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Будет здоровье, будет и секси, будет и дача, будет и внуки, и правнуки, будет все, если будет здоровье. Спасибо, Лена, а ты нам поддержишь. Ему по поверинчику, нет, нет, совет закалывается. Печки, по поверинку, да. Ты же с нами, а мы с тобой. Ну, нам больше некуда. Я расскажу. Мы тебя на самом деле очень любим, поздравляем, желаем тебе всего самого хорошего, чтобы в вашей, в нашей большой семье мы встречались только по хорошему поводу, по веселому поводу. И это было так часто, чтобы мы не забывали друг друга, как мы выглядим. Да, чтобы не приходил кто-то и говорит, да это кто? Кто это? Блин, да это моя племянница. Ёк-макарёк, как она выросла. Ну мы это встречаемся. Да, так что мы поздравляем. WhatsApp сейчас изобрели. Лена, Костяна не выливает. А ты заметила, когда Николай Сергеевич нас молодеет? Он молодеет, когда берет Марьянку. Поэтому мы хотим пожелать, чтобы у него было... Много внуков. И чтобы, чтобы они радовали. Молодость все пребывала и пребывала. Да. Поздравляем. Поэтому поздравляем и желаем. А здоровья вам сегодня пожелали очень много. Поэтому трехзначная цифра однозначно, как завещали. Да? Да? Ребята, мы поддерживаем. Я присоединяюсь. Поздравляю с знаменательной датой, желаю крепкого здоровья, самое главное, вечной молодости. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, он ее продлил, конечно. Вы знаете, это правильно. Да. А так вы что, 60 лет на пенсию, все. И все, на гашу. Трикот с коленками растянутыми. А так, смотри, молодцом еще, года три. Еще вы же молодые. Это реально лишь спорт. Реально, но я же полтора года. Я постарше, я через полгода уже на пенсии. А Николай Николаевич еще вечной молодости. Николай, простите, простите, это надо решить. Ему не помешало, ему не помешало. Он что живет? Вечной молодости, здоровья. И жить ему надо очень плодотворно и еще долго. Жить за себя, за брата, за сестры мужа, доживать за всех. Потому что, ну, лет 30 как минимум, чтобы... 40! Маленькая трубка дайте, маленькая трубка дайте. Подождите, подождите.
Давай тут Коля. Ты березонька заветная.
Гармонист, я гармонист. А сестра волнуется, неужели братик мой не задует ни одной? По деревне мы пойдем, разговор заведем, чтоб развеять пусть тоску, дайте ж ей по-расту. Растянуть, сами падают на грудь. А мы
Мы с приятелем на пару работы на дизеле. Вот чудак и я чудак, у нас дизель. Устроили. Yeah!
зима начинается. Все снега повыпали, напился и в ушку засыпали. И Тонька тоже. Приезжайте, поляшки, мясо с собой еще. У меня колхоз, я в колхозе работаю. Поляшки, мясо. Вот вы знаете, я вам расскажу одну историю. У меня очень много знакомых, товарищей. Многие... Некоторые меня называют друзьями, но я их не называю друзьями. Можно музыку выключить, а? Да, да. Внизу. Ну дайте им денег, чтобы заткнулись. Ну ладно. Но звонят эти товарищи и говорят: Коля, а можно к тебе приехать? Говорю: приезжайте. Люди приезжают, мы выпиваем бутылку вторую. Они уезжают. Вот тем, кто там зарабатывает миллионы, миллиарды, они на самом деле пустые люди. Им даже выпить не с кем. Не то, что вот так, как мы с вами, спеть, посидеть за столом, почествовать. Мы там регулярно встречаемся. Поэтому, друзья мои, племянники, племянницы, соплемянницы, спасибо, что вы есть. Макс, ты старший, летом всех ко мне на берег. Потому что берег поставит, Артем, куда пошел? И 1 мая через годок, вот благодаря тому, что такой зять у нас есть, ко мне. А мы сейчас скажем Николаю Сергеевичу по нашей чучковской традиции. А мы
говорит по чучковской традиции, в честь Николая Сергеевича сделаем следующее. Первый говорим «как», «жахнем», второй раз говорим «как», «жахнем», потом еще раз «как», «жахнем», а потом три раза «ура-ура». Сможем? Владимир. Итак, по чучковской традиции за нашего зятя! Как? Жахнем! Жахнем! Как? Жахнем! Ура! Thank you.
А без рук твоих хлеб и соль умел, был мою так безнадежно смел. Исау, Исау, что ж ты бросил коня, пристрелили в огня с рука. Исау, Исау, ты оставил страну и твой конь под селом чужака. Исау, Исау, ты оставил страну и твой конь под селом чужака. Как ты мог оставить друга? Эй, 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 помнишь каждый скопельем? Эй, 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 кровью своей он тебя согрел. Я не могу, 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 я не
Было огромным удовольствием для вас сегодня работать. Спасибо большое, приглашение вас еще раз. С днем рождения, именинника, счастья, здоровья, большой-большой длинной жизни с многим. Какую песню спеть, тебе родная? Моя любовь, моя любовь на пятом этаже. Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Счастлива наша Варя, жена вашего именинника! Ура!
лица зеленые. Что же вы наделали, Ольга? Любовь ответила. Что же вы Oh, my God.
Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты моряшка, я
моя, рыбочка, я рыба. Ты послушай, я мой воин, не встретимся никогда и никогда. Эй, ниже! Ручки! Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? Ай-яй-яй, девчонка, топай-топай по дорожке. Ай-яй-яй, мальчишки, все уже сломали глазки. Ай-яй-яй, мальчишки, на нее углядеть опасно. Удали мои
печали надо пить, надо любить. Я прошел пустыню и полземли, надо любить. Я вернулся, чтобы сказать тебе прости, надо любить. От судьбы от тебя мне не уйти, удали мои печали, надо любить, надо любить, надо любить. А я проделал долгий путь, только время обмануть невозможно, Натали. И хоть я другим не стал, но в дороге я устал, и душа моя в пыли. Натали, удали мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти полземки, Натали. Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали. От судьбы от тебя мне уйти, но удали мои печали, Натали, Натали. Удали мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти полземки, Натали. Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали. Судьбы от тебя мне не уйти, удали мои печали. Сегодня не печаль, у нас сегодня радость, радость по поводу супер-юбилея очень замечательного человека Николая Сергеевича Валегинского! Ура, аплодисменты! Все ликуют и поют. Здорово, продолжаем!